Леша, Витя, вы куда собрались ехать? Ехать на снег. Громче скажи. Ехать на снег. Классно. Витек, ты тоже на снег? С кем едем? Серый, ты и Леша едете на снег? Да. И Давидик, и Витюша тоже? Яша еще поедет. Не, Яша не поедет. Сейчас Вадимыч хочет засветить. Все дела. Здесь как будто на неделю едем мы. Генератор, микровейка, лопаты. Застрянем. Все опции. Трос взял? Я взял трос. Взял трос? Да. Потому что аккурат нужно скорее всего пихать будет по снегу. All-wheel drive. Передние трибута, но толстый подъедет. Короче, гоу. Заехали с Олегом. Как бы здесь не встрять. Вот мы и приехали. Леш, ты уже копаешь? Работаешь? Ты, Леша, я тебе покажу, копай. Пока мы ехали, проголодались. Сейчас будем зажигать. Затапливать бензиновый генератор. Посмотрим, как заводится фонточка на морозе, да? Проверим. О! О, работает очень тихо. Так завелся. Так, микровеечка так. Мяско ставим, микровеечку сейчас. Опа, вот такие дела, мяско. О, красота. Совьяще. Витёк, ты уже полностью готовчик? Жалик. Круто. Добивай его. Снежочки лепишь? Вау, Владимир погнал! Лёшик сам. Вау! Давай, Лёш, поехали! Yeah.
Ух ты! Давай, Давид, бросай. Все, идем. В общем, мы вернулись со снега, короче. Решили миска пожарить. И за то же самое дело принялись. Сегодня у нас с курочки шашлык, что-то баранина уже поперек горла. Достало уже. Надоело, да. Вадимыч говорит, надо курочки попробовать. Как она вообще на вкус? Вот такая красота получилась. Да.